Друзья, всем привет! Готовлю драники. Картошку натираю на терке. Натерла, теперь отжимаем сок. Добавляем соль, одно яйцо, и масло сливочное растопленное. Все перемешиваем. Добавляю перец черный молотый чуть-чуть. И столовую ложку муки. Наливаем растительное масло. И выкладываем на сковородку наши драники. Примерно одну столовую ложку беру. Пожарили с одной стороны, переворачиваем на другую. Очень вкусные. Драники простые в приготовлении. На скорую руку. На завтрак, либо на ужин. Очень вкусно. Самые любимые драники наши. Часто готовлю. Огонь делаем медленный, чтобы они прожариться успели, ну и не сгорели. С одной стороны подрумянились, перевернула. И так жарю все драники. Очень вкусные, красивые, румяные. Готовы наши драники со сметанкой. Очень вкусные. Готовьте, пробуйте. Это несложно. Это очень вкусно. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии большое спасибо. Приятного аппетита и пока-пока.